Друзья, всем привет! У нас новая рубрика «Китайский инструмент». Хотел назвать ее как-нибудь пострашнее, но это будет просто китайский инструмент. Получил я уже давненько такой вот пистолетик из Китая. Мы его на стриме открывали, показывали, но я понимаю, что стрим не так интересно смотреть, как видео длинные. Поэтому распечатаем и сегодня им попробуем нанести эпоксидный грунт. Красить я пока им ничего не хочу. Здесь стандартная дюза 1,5, но есть возможности, установлена стандартная дюза 1,3, опционная дюза 1,4, 1,8, то есть цена от этого не меняется, просто выбирайте, что хотите. Я выбрал себе дюзу 1,3. Непонятные документы к пистолету. Инструкция, которой никто никогда не пользуется. Это нам уже не пригодится. Сейчас поорем с того, что тут есть в комплекте. В комплекте у нас, значит, бачок. Бачок стандартный на 600 грамм. Не знаю, ничего такого в нем. Супер. Далее ключ. Насадка, которая нам не пригодится, потому что она под китайские стандарты. Европейцев свои стандарты. Далее ключ, какие-то резинки, еще какой-то ключ, это что-то выкручивать уплотняющее изнутри. В принципе, так, по ощущениям, пистолет, не сказать, что прям совсем говно, он даже курок плавно ходит. Башка с шайбой, которая держится кольцом, то есть не вылетает, когда откручиваешь, уже неплохо. Ключ, ничего себе, даже подходит что-то. Что-то подходит, но не идеально. Давайте попробуем что-то из тех, что есть у меня. Ключей. Ач, китайцы молодцы, а. Да, тут 12,5 резьба, зашибись. Как его откручивать, непонятно. А откручивать как-то надо. То есть 13-й просто не подходит большой, а 12-й просто не налазит, потому что маленький. Угу. Тут у нас выкрутилось вместе с проставочкой. Все залито на запах так таким отработочкой какой-то. Непонятной вообще. Ну да, все в масле. Это обязательно надо мыть все дело это. Ага, вот куда этот ключ. Этот ключ у нас... Он сюда не подходит. Круто, китайцы. Ну да ладно, этот инструмент стоит копейки какие-то там. Что-то и 40 долларов не стоит. Я оставлю ссылку в описании. Кому интересно, посмотрит, где я покупал этот сей инструментик. И опробуем, на что он способен. В последнее время китайцы начали делать что-то такое похожее на инструмент, что даже чуть-чуть работает. Понятно, что по качеству оно вообще нельзя никак ставить даже самыми дешевыми моделями любого инструмента. Но за эти бабки, поверьте, вы ничего другого не купите. Если придете на рынок покупать, вам будут продавать, по сути, тех же китайцев, вот этих, только в уже перепечатанных коробках там будет написано Валька, Наталька, Италька какая-нибудь. Вот так все то же самое. Здесь гравируется под заказ, что хотите. И будет написано что угодно. Потом лучше заказать, если уж на то пошло, из Китая напрямую. И не париться. Сейчас я его перемою, собираю. И будем валить. У нас есть образец. Эпоксидный грунт. 1,3 как раз под эпоксидный грунт. То, что надо. Грунт сам по себе эпоксидный, очень плотный. Посмотрим, как справляется с ним этот пистолет. Если факел будет ровным, наполнение факела будет полным, равномерным, то я думаю, и покрасить им тоже что-либо можно будет. Система у этого пистолета HVLP. Брал специально такую, самую нормальную, которую можно и покрасить, и полачить. Если взять большую дюзу, еще и погрунтовать. Есть у нас две двери, которые надо завалить эпоксидничком.
Попробуем факел сначала такой. Давление двойку ставлю специально наперед. Так, раскручиваем максимум. Это максимум, это точка, понятно. Максимуме, ну, такой, знаете, 20 сантиметров мокрости есть в нем. Подача, сейчас попробую. Главное, как он разбивает. Вы знаете, неплохо. Завалила им. Тут две двери, с той стороны одна дверь и тут чуть-чуть на крыше. Голова не засралась так, чтобы критично. Конечно, качество исполнения оставляет желать лучшего. Факел ощутимо не полный, ну, по высоте, но разбивает эпоксид он хорошо. Это значит, что и с, допустим, если брать его как грунтовочник, ориентироваться на него, да, то он, в принципе, справится со своей задачей за свои деньги. 30 с чем-то долларов. Ссылку оставлю в описании. Ну, в принципе, вещь годная. Попробуем как-нибудь его еще где-то на каких-то там акриловых материалах. Но с Дюзой 1.3, конечно, под грунт это мало. Вот под краску как-нибудь что-то поймаю интересное. Может быть, покажу. Для начала, я думаю, стоит. Напишите в комментах, стоит, не стоит продолжать такие эксперименты с покупкой всякого дешевого из Китая. Интересно или нет. Всем пока.